Внедрение инновационных курсов в образование. Все больше студентов интересуются криптовалютами и стремятся получить знания в этой области. В ближайшее время ряд учебных заведений планируют ввести в учебный план дисциплины по криптовалютам и блокчейну. Например, школа бизнеса имени Хааса Калифорнийского университета в Беркли планирует со следующего семестра начать обучение по разработке программного обеспечения для блокчейн. Преподаватель университета Грег Лабланк сказал: «В будущем блокчейн будет играть важную роль при заключении контрактов в сфере логистики, здравоохранения, государственного управления, операций с активами и собственностью».